Краснодаре продолжается хит-парад дорожных провалов. В социальных сетях сегодня выложили снимок новой жертвы ямы на улице Тургенева. Любопытно, что в среду ее пленником становился 14-й автобус, а на прошлой неделе в этой же яме побывал его коллега. Еще раньше на этом участке повредил колесо троллейбус номер 6. Пассажиров он тогда не довез и сошел с маршрута. Водителям личного транспорта зимой тоже досталось. После провала в поселке Российском водитель еле выбрался из авто. Не ожидал подвоха от лужи на перекрестке Уральской и Дежневой и рулевой черной иномарки. Температурные скачки от плюса к минусу синоптики обещают весь декабрь. Соответственно, на дорогах будет то гололед, то распутица, и, похоже, хит-парад провалов еще не закончен.